«Следуя за кроликом» в Красноярском культурно-историческом центре открылась выставка знаменитого американского неоэкспрессиониста современности Ханта Слонема под названием «Поп-экзотика». Отличительная черта его работ – многократное повторение образов различных животных, и в первую очередь именно кроликов, тропических птиц и бабочек. Причем они настолько тесно переплетены между собой в картинах, что их бывает трудно распознать. При этом художник окутывает их бледным приглушенным светом, что придает им истинную прелесть. Неудивительно, что детям очень нравится его творчество. Именно маленькие красноярцы выступили в роли ведущих и экскурсоводов на открытии вернисажа с Слонем. Же сам выставляется в 80 музеях изобразительного искусства по всему миру. Но в России всего в третий раз. До этого увидеть творчество этого художника вживую смогли только жители и гости Москвы и Санкт-Петербурга. Свою любовь к анималистике Хант объясняет, как ни странно, годом своего рождения. Просто Хант по китайскому гороскопу кролик, и это одни из первых его символов. Каждое утро он встает и рисует хотя бы одного кролика. То есть это некая его традиция. И вообще повторение животных – это своеобразная для него мантра. То есть это не просто поп-арт, да, в своем там, настоящем проявлении. Это именно мантра, потому что он такой художник-мистик, и он обращается к Богу, и, собственно, то, что повторяет изображение кроликов, птиц и других животных, для него это некая мантра, молитва.